Кстати, для понаехавших, мне же только сказали, вот, я не знаю, где Айпик. Так вот, Айпик — это кинотеатр, у нас находится на 163-й, на Sunny Isles, недалеко в North Miami, где вы можете сходить в кино, взять себе билеты и в удобном кресле провести спокойный вечер с одеялком. Единственное, что не дают пульт. Можно заказывать еду, можно так, как у нас, как мы привыкли, удобненько, вкусненько, и еду, и напитки заказывать, и все это делать или заблаговременно, или потом уже в кинотеатре со своего кресла, и вам официант приносит все на месте. В Айпике вы также можете получить membership, и вам это даст определенные скидки и на билеты, и на еду, и вообще в удобстве совсем. Вот, а я со своим мужем встречаюсь, и мы идем в кино. Мужа моя пошла уже, сказала: ты задолбала свои блогинг. А я еще даже, кстати, пришла доделать контракт. Бай! А это тоже хотел стать мужем, но я... Thank you, thank you. My husband is here already. Thank you. I'm Ukrainian. Big deal. No, big deal thing. О, сейчас ему получится, сейчас топором в голову. Ладно. Итого. Интернет тут хреновый, поэтому мне не пришлось доработать мой контракт. Но в Айпик стоит сходить, если вы еще не были. Кинотеатр. Смотрите кино без никаких интерапшенов и детёв. Всем пока. Илона Травилона.